С самого начала шестого чемпионата КХЛ рижская «Динамо» удивляет не меньше останинского «Бориса». Не самая бюджетная, не самая опытная команда держится наверху турнирной таблицы «Запада» и уже всерьез прикидывается к плей-офф Кубка Гагарина. Встречи с «Локомотивом» подопечные Артиса Аблса подошли с 7-матчевой серии, во время которой латышский «Легион» стабильно набирает очки. У «Локомотива» же то жар, то холод, но проблемы в атаке никуда не испаряются. А тут еще и в обороне случился сбой. Рижане сумели дважды огорчить Кёртиса Сэнфорда за полторы минуты в середине первого периода. Мея подсуетился на пятачке, а Хашчак забрасывал после классного выхода в контратаке. В итоге на льду появился Виталий Колесник. Но есть у нашей команды характер, ребята бьются, хорошая самоотдача, но не хватает стабильности. Уже который раз после хорошего первого периода, в котором мы забиваем 2-3 гола, мы по большому счету сами себе создаем проблемы в будущем, которые игрически преодолеваем, но, к счастью, и сегодня преодолели. Порадовала сегодняшняя четвертая тройка. К слову, в четвертом звене у Риги играли два дебютанта – Дэвидас Сарканис и Марис Бичевскис, а также Марцель Хашчак, проводивший свой всего лишь третий матч в КХЛ. У ярославцев же в состав вернулся Антон Бут, пытался что-то делать, но больше на ровном месте Микелис Редликс. Во второй 20-минутке «Локомотив» получил 4 подряд возможности поиграть в большинстве, но едва не пропустил от выбежавшего 1-1 Индрашиса. Опять попал в штангу и нанес за период всего 9 бросков по Микаэлю Телквисту. В нашем положении, конечно, играть с гандикапом две шайбы практически, в общем-то, бессмысленно. Потому что, к сожалению, значит, пока, значит, богато тем, что есть, и, в общем, довольно сложно рассчитывать с такой результативностью на победу. На старте третьей 20-минутки положение хозяев еще усугубилось. Редликс получил двойной малый штраф. Но рижане зачем-то тянули время и получили забег от Апалькова. Центр-форвард переиграть шведского голкипера «Динамо» не смог, но из эпизода не выключился Сергей Плотников, нашедший того же Данила передачей от борта. И вторая попытка принесла Апалькову успех. Играть оставалось почти 12 минут. Завелся Холос, Бут попал в штангу, рижане взяли тайм-аут. Локомотив задавил гостей, но 60 минут железнодорожникам все же не хватило. 1-2 в пользу Риги. В пятницу у команды Петра Воробьева битва против московского ЦСКА. Сергей Курицын, Денис Ромашов. День в событиях.